Вас приветствует канал Вячеславич. Сегодня 25 ноября. Рыбки еще попробуем. Посолили ее 17 июля. И вот 17 июля она лежит в соли. И она вот высохла просто. Прямо как будто ее вялили. Ну что ты? Как будто вяленая. Вот сушеная рыба. Всю влагу из нее соль вытащила. И мы сейчас ее будем употреблять опять. Ух ты, соль как тут спрессовалась. Вот она в соли. Можно туда даже заглянуть. Вон соль. Прям спрессованная. Хорошо, рыба вон какая. Она сухая, прямо вот. Сухая. Брюшко немножко вот здесь, где голова помягче. Такая шикарная рыба. Вкусная. Хватит нам двух или надо еще одну? Во! Шикарная рыба. Сейчас будем пробовать. Сейчас буду пробовать рыбу. Видео стоит на канале у меня. Очень вкусные огурцы по-польски. Рекомендую. С солененьким, с картошечкой. Ну а рыба вот квасу налил. Ой, холодный квас. Рыбу буду с квасом пить. Сейчас разделаю. Рыба. На канале у меня видео тоже стоит. Сделано по рецепту моего дяди Федора Никаноровича. Делал ее, соблюдая технологию. И вот она прямо сухая. Вытащил, вот обтер салфеткой. И она как будто мы ее сушили, вялили. Соль вытащила всю влагу. И я делаю с кишками. Дядя мой тоже так же делал. О, тут икра. Икра шикарная получилась. Сейчас буду снимать пробу. Как она по вкусу. Оп. По вкусу. Кишочки удаляются легко. Если рыбу делать без кишок, то в этом месте, где брюшко, она пересыхает и получается вообще пересохшая, не жуется ничего и вкуса никакого. Икра. Вот не пересоленая, не пересоленая. Запах хороший рыбий. Прямо вкусный рыбий запах. Так, еще одна икорка. Хорошая. Прямо рыба. Особенно с квасом, если, то вообще хорошо. Квасом запивать. Рыбкой заедать. Сейчас посмотрим. О, мясо какое. Мясо не темное, вот оно розовое. Даже розовое. Ой, с приятным рыбьим запахом. Соленая, но в меру. Она вот не пересоленая. Вот как хорошая сушеная рыба. Только именно она как свежая, не пересушенная. Поэтому такой рецепт рекомендую всем. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте палец вверх, и будет у нас с вами все хорошо.